Искусственное осеменение – это один из самых востребованных способов массового улучшения качества животных. Именно для этой цели 48 лет назад в Чите был создан Забайкальский племенной центр животноводства. На протяжении почти уже полувека здесь собирается и хранится биоматериал племенных быков. Сейчас в хранилищах заморожено около 300 тысяч доз от быков мясного, молочного и мясомолочного направлений. Семя, полученное, замораживается вот в этих хранилищах и потом уже в замороженном виде развозится по региону, по пунктам искусственного осеменения, где специально обученные люди, операторы, занимаются осеменением животных в личных подсобных хозяйствах для улучшения продуктивности, так скажем, да, чтобы житель на селе имел мясо, молоко. Полноценным быком-производителем может стать не каждый. В течение 5 лет сотрудники предприятия отслеживают животных по качеству потомства и уже после всех положительных показателей распространяют биоматериал. Для качественного потомства быков-осеменителей зачастую привозят из других регионов. Например, такого бычка, которого зовут Харлей, привезли в Забайкалье специально для оплодотворения из Красноярского края. В племцентре хранятся биоматериалы симментальской, головейской, абердин-ангусской, красно-пестрой, галтино-фризской пород. Семенной жидкостью одного из таких быков можно оплодотворить от 1000 коров и больше. И даже если самого животного уже не будет в живых, его семени можно пользоваться еще несколько лет. Как результат, здоровый теленок, который в разы обходит своих сверстников и в размерах, и весе. По словам Галины Бронникова, результат от искусственного оплодотворения намного лучше, чем от случки в естественной среде. По правилам искусственного осеменения идеальный интервал 7-8 часов. То есть вы осеменяете ее утром и тем же быком, еще раз семенем, повторяете вечером. То есть получается 2 дозы на 1 голову. Ежегодно предприятие получает на развитие животноводства поддержку из краевого бюджета. Спрос на искусственное оплодотворение с каждым годом растет. По информации Минсельхоза, в прошлом году во всех категориях хозяйств региона проведено искусственное осеменение почти 16 тысяч голов. Анна Пакулова, Владимир Дементьев, РТК «Забайкалье».